Норильский Никель хорошо укомплектованная команда. Изменений с прошлого года нет, как мне известно. Наигранная команда, между собой понимание игры есть у них. Готовимся, как обычно, как всем матчам. А паркет не имеет значения. Но это для меня лично так. Это мое ощущение. Тренер дал нам установку много не фолить, потому что у нас много фолов. Также отметил игру в обороне, нужно как бы. Мы пропускаем много мячей. Нужно работать над этим. То, что не пропускать столько много мячей. От «Газпрома» мы получили 9. Делаются выводы.